Харькове националисты забросали яйцами и облили зеленкой здание Генерального консульства России. Как передают местное телевидение, акцию устроили радикалы из запрещенного в нашей стране правого сектора. Около 100 человек. Таким образом, они пытались сорвать встречу в нашей дипмиссии с пророссийскими организациями. При этом в полиции сообщили, правонарушений во время акции не зафиксировано. Антироссийская истерия обострилась на Украине накануне назначенных на 31 марта выборов президента. ЦИК допустил до них 44 кандидата. Это рекорд для страны. Кампания, не успев начаться, сопровождается многочисленными скандалами. Так, в городе Белая Церковь, недалеко от Киева, неизвестные попытались сорвать выступление Юлии Тимошенко. В толпу бросили две дымовые шашки. Нарушителей удалось задержать. Кроме того, во время митинга в полицию поступил звонок о том, что рядом со сценой припаркован заминированный автомобиль. Подозрительную машину тут же эвакуировали. В партии «Батьковщина» уже назвали все это провокациями, которые устроила СБУ по приказу президента Порошенко. В неприятную ситуацию попал и другой кандидат, Владимир Зеленский. У него был концерт во Львове, в цирке, и у здания собрались около 300 радикалов. Свою акцию они назвали «Против клоунов политики» и долго не отпускали шоумена, задавая провокационные вопросы.